на градуснике плюс 7. В течение дня до 12 дождик. Доброе утро, Полтава! Сегодня я, как всегда, с вами Александр Демидович. Ну, погоду услышали, скажу честно, ощущения нормальные, не так уже, чтобы плохо. Легкий дождик пролетает, зонтик, ну, наверное, все-таки стоит взять с утра, потому что с обеда, с 12 или с часу дня, поговаривают, что будет солнечно. Ну, посмотрим. Вчера я видел очевидцем целого ряда событий, акций, которые вы можете у меня просмотреть в группах. И вспомнился такой анекдот. И водил Моисей 40 лет народ по пустыням. Водил и приговаривал. И где я этих 8 шекелей потерял? Вот так что-то мне вчера. Впечатление такое осталось. Всем удачного дня, следим за моими репортажами.